Лидеры крымско-татарского народа встретились с президентом Литвы Далией Грибаускайте. Официальная встреча состоялась в рамках заседания Исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар. Гости обсудили вопросы, касающиеся взаимоотношения между Литвой и Украиной, а также положение крымских татар в Крыму. Встреча длилась не более часа. Мы оговорили ряд вопросов и механизмов их реализации, связанных, скажем так, с координацией общей европейской политики в отношении ситуации, которая сложилась после нападения России на Украину. Мы пытаемся максимально найти понимание предлагаемых нами действиях, и с удовлетворением хочу отметить, что мы их находим.